нынешние времена воспринимаю весьма трагично. С одной стороны, как бы все встают с колен, но я, по крайней мере, на них не стоял. Не знаю, но и вы, наверное, тоже. Да. С другой стороны, эту песню, которая случайно попала в интернет, очень много мнений, абсолютно разных. Одни меня считают, ругают, да, другие хвалят. Ну, общество наше разорвано. И вот почему-то всегда в такие времена, как в 17-м году, мы делимся. И начинаются какие-то братские, братоубийственные войны. Это все ужасно. Я воспринимаю, как христианин, воспринимаю как большую какую-то нашу лажу. Почему мы не можем по-доброму изменить страну к лучшему, к светлому, уважая друг друга? Это же очень важно. Песня называется... В общем, сами поймете. Поехали. Русская